Друзья, еще раз, много лет назад, когда я учился в школе, нас учили весной строить скворечники. Вот сейчас я сделал много скворечников. С тех лет, когда я учился в школе и нас учили делать скворечники, прошло очень много времени. Мы изменились, скворечники поменялись, и изменились даже скворцы. Сегодня я вам покажу, кого можно разводить в таких скворечниках. Все готово. Домики установили. Птица довольная. Вон она сидит. Значит, подведем итог по поводу установки домиков, я имею в виду. Мои размеры домиков помню наизусть. 20 на 20 на 20. То есть такие квадратные коробочки я применяю. Но это не показатель. Это не показатель, потому как есть много литературы, которая рекомендует свои размеры домиков для волнистых попугаев. Но хочу подчеркнуть то, что каждая литература написана индивидуальным автором. А я являюсь индивидуальным автором своих размеров домиков. И с полной ответственностью беру, вернее, на себя ответственность за эти размеры. Я вам их не рекомендую, я просто показываю, как у меня. Хотите, берите себе на вооружение, хотите, придумывайте свои размеры. В общем, хотите, как хотите. Итак, смотрите, что я сделал. Учитывая многолетний опыт, громкая фраза, да? Учитывая многолетний опыт, тут небольшая мелочь. В общем, у меня домики сделаны из вот такого материала. Это прессованная бумага, называется, я не помню, как это слово, но, в общем, прессованная бумага, фанера, или и волнистый попугай ее очень хорошо грызет. Но это очень дешевый материал, поэтому он имеет место быть. А для того, чтобы не грыз волнистый попугай вокруг входа в свою дуплянку, именно этот лист я сделал из многослойной фанеры. Здесь у меня 4-5. Пятислойная фанера, то есть волнистый попугай ее не берет. Карела не берет, певчий, розелла не берет. Не берет, не могут разгрызть. Опять-таки, палочки внутри у меня нету. То есть, почему? Потому что здесь невысоко. Птичка села, прилетела, подошла, прыгнула. И если у вас будет высота больше, то вам желательно делать это отверстие на... Ну, до стены, до задней стенки, чтобы проходило насквозь, до стены. У меня получается так. Да, присесты можете делать абсолютно из любого материала. Хотите, кубики прибивайте, хотите, палочки прибивайте. Это значит, все особо не принципиально. Исходите из того, вернее, не то, что исходите, я бы вам советовал на вот эти вот присесты ставить более твердые породы дерева. Вот тут, допустим, у меня дубовая рейка. Здесь вы видите, просто немножко отпиленный лежал кусочек. Я думаю, почему бы его сюда не прибить? Все, быстренько прибил и пошел.
Попугай его сгрызут, мы новый сделаем. Там в соседнем вольере у меня от детской кроватки круглые дубовые палочки. Тоже они вечные, попугай их не грызет. Так, по размеру, значит, по поводу опилок. Вы видели сейчас здесь, а вот снова посмотрите. Здесь опилки. Можно эти опилки просеять от мелкой пыли. Это прям вообще будет желательно, это будет высший пилотаж. Ваши птенцы, когда родятся, не забьют себе ноздри мелкой пылью от опилок. Я в этом году не провеивал, насыпал так, потому что я решил дать шанс птенцам жить более по-природному. Потому что в природе, когда австралийские волнистые попугаи откладывают яйца в прелых деревьях, там пыль есть, там все есть, и птенцы выживают, и все у них хорошо. А кто не выживает, того съедают хищные вараны. Вараны, которые знают уже, когда вылупляются птенцы, и собираются около деревьев. Ну, это можете BBC посмотреть, там все наглядно объясняют, рассказывают. Так, значит, по домикам понятно, по питанию. Друзья, вон внизу стоит кормушка, а рядом с ней стоит поилка на кирпиче, чтобы как можно меньше попадал легкий мусор. Вот. Вот так выглядит поилка в конце трудового дня волнистых попугаев. Здесь уже немножко вон фекалий плавает, шелуха плавает от семечек, от пшеницы. И ничего, нормально. Пьют, все у них хорошо. Кстати, есть рецепт кормления молодых, вернее, выкармливания птенцов, попугаев. И там в состав этой каши входит кал родительский птенцов. То есть надо добавлять, чтобы микрофлора заселялась у птенчиков. Так что не пугайтесь, если в поилке вот так раз, а там кал плавает. Ой-ой-ой, ничего не ой-ой-ой. Главное, чтобы все это было свеженькое. Если у вас он тут будет плавать, конечно, 2-3 дня, и вода начнет мутнеть, и там уже будут вредные бактерии, то вот здесь начнется, конечно, ой-ой-ой. А пока это все свеженькое, здесь полезные бактерии, и все это пойдет на пользу. Вот с такими мыслями разводите попугаев. И забудете о всяких вертолетах, французских подданных. Вот смотрите, что поели попугаи. Остатки от морковки. Морковку почему-то стали кушать в последнюю очередь. Сперва съедают, вон видите, шкарлупа семечек. Шелуха, вернее, семечек, шелуха овса, чечевицы, проса, рапса, канареечное семя, лен. Кукурузу вон даже, смотрите, как они раздробили. Видите, вот, как вам показать сейчас. Вот по поводу кукурузы. Есть очень уважаемые, опытные разводчики волнистых попугаев, которые почему-то не дают моченую кукурузу даже неразлучникам, переживают, что они съедят. Ребята, не переживайте, под мою ответственность. Вот, что волнистый оставил от кукурузы. И то, это знаете, вот это осталось потому, что здесь они поели семечки, овес, все это поели, а потом немножко поклевали кукурузу. Если бы здесь было мало семечек овса, проса, сорга, то они бы эту кукурузу бы перво-наперво съели. Смотрите. Самец. Вон он клюв чистит. Самец с розовым клювом. Восковица, я имею в виду, малиновая такая. Он кормил вот этого, который справа сидит. А справа сидит, как вы думаете, кто? Самка? Нет, не самка. Справа сидит тоже самец. Вон, два самца кормят друг друга, а третий рядом на шухере стоит. Сейчас вам, ну, в общем, стоп-кадр сделайте и посмотрите. Вот это самец, вот он. И этот вверху тоже самец. Как-то кто-то спрашивал, может самец кормить друг друга? Самцы друг друга кормить могут? Вот сейчас видели сами, что могут. Вот это я вам сейчас кормушку показывал с кормом. Сейчас я вам покажу изначально, как выглядит зерно, которым я кормлю своих попугаев. Сейчас мы все это дело закроем на волшебный засов. Вот такой вот замок сделан собственноручно. Очень просто.
Допустим, смотрите. Вот дверь закрывается. Она прислоняется. Это стоит стойка из оконная рама. Или дверная, балконная рама. Вот, раз прислонилась. Здесь такой получается паз. В нем отверстие. Туда вставляется гвоздь. И все это дело закрыто. Низ я заставляю кирпичом. Для того, чтобы, если не разлучники, этот гвоздь отсюда вытащат, то кирпич этот не даст открыться дверце, и волнистый останется там. Но это уже такие личные, секретные устройства. Итак, сейчас покажу корм, чем кормлю волнистых попугаев. Тема, конечно, будет очень интересная. Смотрите, вон уже самочка пошла изучать домик. Да, видите, самочка, восковица темно-коричневая. Вот такая красивая самочка. Итак, идем корм смотреть. Это очень интересная и очень важная тема по поводу корма. Вот в таком черном ведре я готовлю питание для своих волнистых попугаев. Вот. Вот кукуруза, кстати. Видите? Целая, полноценная, крупная кукуруза. То есть никакой дробленки у меня тут нет. И то, что сейчас мы с вами видели, огрызки от кукурузы, это все сделали реально волнистые попугаи. То есть вот это все они едят. Вот, пожалуйста. Ничего сложного нет. Все достаточно просто. В общем, чем проще будет питание, тем проще добиться успеха. Значит, по домикам все ясно. По корму, по кормлению все ясно. Сейчас в конце еще подведем кое-какие нюансы по питанию. Но сейчас хочу еще сказать. Значит, поскольку сегодня у меня здесь установка домиков, и время мое достаточно ограничено, я хотел сказать то, что еще можно сделать, нарезать молодых веток и повесить здесь пучочек. Можно было сейчас к видео подготовиться и сделать здесь пучочек и показать, сказать, вот, ребятки, веточки, то-сё, вот такой я молодец. Ну, сами понимаете, это была бы обычная показуха. Просто вам сказал на словах, делайте своим попугаям эти веточки. Вот сейчас я вам покажу, тут есть остаток от трапезы, попугаи ели. Вот, видите, полностью объели кору, полностью объели почки, остался вот такой вот, он еще даже особо не сухой, вот она, видите, это, а что это такое, по-моему, это вишня, в общем, это или вишня, потому что ивушку, липу вернее, нет, ивушку они съедают более лучше, это, скорее всего, вишня или черешня, или лыча, то есть, ветки даю абсолютно разные. Вот то, что в огороде есть, это и даю. А в огороде у меня есть и береза, и ива, и липа, и слива, и черешня, и яблоко, и груша, и слива, и фундук, и боярышник, и крыжовник, и малина, черноплодная рябина, унаби, это так якобы финик японский. То есть все это я вот что перечислил, даю попугаям. Акацию тоже хорошо едят. Особенно во время цветения. По поводу кормовых норм, можете сыпать чайную ложку, можете сыпать в ведро. Вот как вам хочется, как вам нравится, так вот можно делать. Потому что если вы будете делать по нормам, которые я вам сейчас скажу или порекомендую, возможно, вы начнете критиковать меня, там, осуждать или что-то говорить. Вот это не так. Поэтому я разрешаю вам кормить попугаев на свое усмотрение. Можете давать, конечно, и вареную кукурузу, и вареную пшеницу, и вареную овес. Но перед тем, как дать птице вареное зерно, вы подумайте, пожалуйста, друзья, есть ли у птицы ферменты, которые способствует переварению вареного яйца. То есть вареного зерна. Хотел сумничать, но немножко запнулся.
Так вот, у попугаев в кишечнике нет ферментов, которые способны переваривать вареное зерно. Попугай лучше переваривает сухое, обыкновенное зерно, или замоченное, или пророщенное. Ну, может быть, можно обдать кипятком, там, или где-то вот, это уже пускай биологи подскажут, если у кого-то есть биологическое образование. Пусть напишет в комментариях, что можно кормить вареным. Но опять-таки, давно избитый вопрос, где попугай в природе берет вареное яйцо или кашу. Ну, допустим, не берут нигде попугай вареного. И многие дают вареное, да, и это как бы хорошо, и мы видим, птица хорошо растет, набирает вес. И вот и пожалуйста, остается вопрос, как бы этот открытый, давайте вместе придем к выводу, стоит нам варить кашу малашу или не стоит нам варить кашу. Некоторые из моих знакомых, которые держат попугаев, столкнулись с таким недугом под названием французская линька. А причина этому неизвестна. Может быть, из-за каши, а может быть, из-за того, что они делают... Из-за того, что они делают птице нагрузку, дают ей 4 выводка, некоторые 5 выводков дают, потому что хотят все и сразу, а так не бывает. У меня есть знакомые, хорошие люди, живут они в Комсомольске на Амуре, разводят волнистых попугаев, и вот ихние слова, а сейчас вам процитирую, друзья, я вам процитирую для того, чтобы вы немножечко смогли узнать больше, чем вы знаете. Так вот, разводчики на Комсомольске на Амуре, хорошие разводчики, там есть, конечно, и непорядочные, у которых плохие волнистые попугаи, но есть и хорошие. Так вот, у хороших волнистая пара живет 10-12 лет. Друзья, вы не ослышались. Волнистая пара, ну или волнистые пары, как правильно вам, как вам удобно, пожалуйста, воспринимайте. Живут по 10-12 лет и при этом дают потомство. Шикарное, хорошее, крепкое потомство. И никаких французских линек там нет. Понимаете как? Но, когда мы с ними на WhatsApp беседовали и пытались прийти к истине, и оказывается, что эти разводчики дают своим волнистым попугаям всего лишь навсего 2 кладки. То есть волнистый попугай дает 2 кладки и при этом живет прекрасно и плодится в течение 10-12 лет. Так что если вы даете... В общем, я не знаю, делайте выводы сами, пишите в комментариях. Так, в общем, для любителей, которые до сих пор не переключили, я вам сейчас покажу, что можно. Допустим, для чего я все это сделал. Вот вы видели, я поставил скворечник, насыпал сюда опилочек. Вот, опилочек насыпал. И через некоторое время в этом скворечнике появится... Сейчас я вам покажу, что появится. Появляются яйца, а затем с этих яиц вылупляются такие маленькие розовенькие птенчики волнистых попугайчиков. Затем проходит время, маленькие волнистые розовые попугайчики растут и превращаются вот в таких птенчиков. Сейчас я вам покажу, вот самый старший. Посмотрите. Перед нами самец. Пожалуйста, лапки. Смотрите, лапки. Где тут лапка? Вот чистая попа. Чисто, ничего не засрано, все красиво. Вот маленький. Пожалуйста. На этой радостной минуте наше видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям, товарищам.
и разводите волнистых попугайчиков. Всего вам хорошего, до скорой встречи на моем канале.